Да, это центральная улица, ремонт. В Бендерах очень большой, делают дорогу. Я сейчас вам расскажу, как я буду идти. Итак, я прохожу на проезжую часть и иду вообще в сторону улицы Ленина. Зачем они так это сделали все? Чтобы пройти невозможно было, я вижу тут коллектор меняют. Ну вот, так как я иду, вы видите, да? А вот то, что они тут делают, ремонтируют наши ремонтные службы. Насколько это все затянется, и когда мы так перестанем ходить. Достаточно очень неудобно в центре города, в моем. Ну все, я вам показал. Тут тоже что-то там ломают и делают.